Сегодня буду объяснять, как я буду делать и ремонтировать компьютер у вас, не выходя из дома. Вот я вот, например, можете даже посмотреть любое видео на YouTube или где-нибудь, ну, удостовериться, например. Вот у меня, например, такой VPN, например, и пароль, что ко мне никто никогда не может зайти, в принципе. У меня тем более модем, не сетка, отключаясь, по желанию я могу даже стереть ее просто-напросто и все, дистализировать просто-напросто, дистилляцию сделать. А у вас, например, как будет, то же самое, я такую же вам ссылку дам или просто скину на почту эту программу, на почту навряд ли, что-то там мегабайты какие-то нужны. Ну, у вас то же самое здесь появится, то же самое. Вы меня по почте отсылаете, вот, например, VPN свой. Я захожу вот здесь, вот VPN, как бы, копирую, вставляю вот сюда вот свой. И пароль. То же самое здесь будет и у вас. Подаете, я подключаюсь. И, как бы, у меня совсем другой экран будет. И я бы, как бы, ваши папки мне не нужны. Сразу говорю, фотографии тоже как бы не надо. Я просто чищу у вас компьютер и по возможности ремонтирую его, чтобы шевеление было у него, как бы веселение. И, ну, намного быстрее будет у вас работать, как бы. Ну, в принципе, и все. Не стесняйтесь, не бойтесь. Ничего у вас после управления, как бы, я вот это все сделаю. Просто заходите, дистиллируйте эту программу, и к вам никто не зайдет, и даже никто вообще ничего не, никто не зайдет никогда. Всем спасибо, до свидания. Жду, подписывайтесь.